All I want is cash, but them man piss me off. Like man, don't piss him off. Don't piss him off. My bro got a man converse, and he should rinse it off. Привет, привет. Ты относительно недолго в нашей команде. Расскажи свои впечатления о нас. Пока только положительные. Мне нравится, что интенсивные тренировки, много как бы работаем и с тактической точки зрения, и с физической. Я уже чувствую, что прибавляю, ножки вспоминают чуть, потому что на первых тренировках вообще мешок был. Сейчас уже чуть-чуть это нормально по движению, по дыхалке, так что и коллектив очень приятный, встретили, приняли, и очень-очень хорошая атмосфера в коллективе. Тренера давно знаю, люблю, со Славом Иванов. Вот, поэтому надеюсь сегодня получить шанс. Егор, 4, 2, 3, 1, стартовые у нас позиционируемые. Справа у нас будет Славон, в центре у нас играет Гриф с Мишей Жуковским. Слева у нас играет Антин. Давайте начнем, пожалуй. Багенбауэр в игре. Пахнет деньгами, да? Пахнет величием. Дать прессу команд. Судьям ИФК деньги, физкульт. Привет! Давай, чтобы забил сегодня. Два. Володя, по три. Все попадают через тебя. Как бы наша кричалка, но при чем его жизнь? Да. Друг за друга мы всегда, мы на спорте все пизда! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале «На спорте», и сегодняшний матч начнется с минуты молчания в память о главном тренере ФК «Деньги» Игоре Васильевиче Гамуле. Стартовый свисток, ФК «Деньги» начинают. Ильхан сразу показывает боевой настрой. Володя на правом фланге будет простреливать вдоль, вратарь. Славон в касание. То ли навешивает, то ли получается удар в перекладину. Первый опасный момент. Папен обкрадывает Тарасова. Пас на Олейника. Олейник левой ногой может ударить, но попадает не в те ворота. Ренат догоняет мяч, верхом посылает штрафную. Ильхан головой. На подборе Лев Соленов, на коротке с Ханти Хампом. Ханти, удар! Точно в руки вратарю. С чем у вас ассоциируется вот команда? На спорте? Да. Первая ассоциация, припоминание на спорте. Ну ладно, ну само на спорте, ну это же... Ты меня сейчас логически... На спорте что-то спортивное. Но у вас есть лакер. Это уже не совсем спортивное. Это больше к эстетике. Куда-то. Типа, ну, гламур и вот все остальное. Поэтому я не знаю, как это со спортом связано, хотя в наше время спорт и гламур это рядом. И вот лакер, ну, он прям идеально вписывается. Он все это, он долго здесь был? Вот и раз. Ке паса. Ту мьерда. Килипоес апестосо, а? Он еще здесь? Миша Жуковский не точно. Но доходит мяч до Дмитрия Тарасова. Тарасов в касание выводит Володю. Один на один. Володя пытался перекинуть. Не получилось. Ренат. Ренат на Волика. Славон. Славон передачу разрезную. Снова на XXL. Володя простреливает на Сашу Текилу. Гол! 1-0. Саша открывает счет. Оказался в нужном месте в нужное время. Отличное чутье. Жуковский надежно на подборе. Отлично отыгрывает в центре обороны. Пантера может убегать один на один. Обводит вратаря. Свисток. Офсайд. Гол не будет засчитан. Ильхан активен на перехвате. Пас выводит один на один Олейника. Игорь не смог перекинуть Егора Старикова.
Гурам. Гурам попроще играет на вынос на фланге. Первый на мяче Лев Соленов. Пас на Сашу. Такил Саша сажает на пятую точку защитника. И удар. Удар не получается. Вратарь фиксирует. Гриценко будет бороться с Пантерой. Падение. И держится за голову Рома. Он просто с высоты упал. Он как-то на спину и высоко был. Папен демонстрирует арсенал своих навыков на фланге, но там профессор Славон на месте. На самом деле очень много кто отмечает, что ты невероятно прибавил на подход вообще за все время пребывания в команде. Ну только если вот здесь. Володя рвется в штрафную, корпусом отталкивает защитника и левой ногой в ближний угол. Мог получиться красивейший гол. Пантера. Пантера на Игоря Олейника. Олейник дальше в центр на Ильхана. Ильхан в касание обводящим без шансов. 1-1 гол! Володя XXL в центре получает мяч. Идет сам. На Сашу текилу. Саша готовит удар. Сильно мимо. XXL снова на подборе. На этот раз на Крапивникова. Даня с левой ноги может бить. Мимо. Подача с углового. Никто не дотягивается. Тарасов на мяче мягко накидывает на текилу. И Гурам попроще вынос. Володя каким-то чудом снова цепляется за мяч. Пас на Арчибальда, дальше на Крапа. И Крап может в дальний низом. Не попадает чуть-чуть, не хватает немного. Выход 1-1 от Ильхана. Ильхан катит дальше на пустые ворота на Стаса. И Стас не смог переиграть защитника. Вратарь ФК Деньги провожает мяч за пределы поля. И чем-то недоволен Ханти Хам. Толкает в спину. И небольшая стычка случается. Ой-ой-ой. Тут нельзя давать волю эмоциям. Судья сразу всех пресекает. И правильно делает. Текила на правах капитана успокаивает всех. Желтая карточка Ханти. И желтая карточка вратарю. Конфликт урегулирован. И главный судья матча Данте отправляет команды на перерыв. Мы там, давай меняться и так далее. Хорошо, если Саня хочет поменяться, пойди выше к нему, тогда ниже его опусти. Или тогда, что я тебе говорю, не такое сегодня да, а я не понял, у них много проблем. Они не знают, как их прессить. Мы даем комфортный футбол. У нас получается как? И свисток, второй тайм, поехали. Даня Крапивников выше ворот лупит. Не получился наклбол фирменный. Коля. Коля Лакер на подборе. Мяч остается каким-то образом в ногах. Против него Папен обводит уже двоих. Входит в штрафную. Удар и от штанги. Гол! Коля Лакер обвел троих. И забил гол 2-1. Это да, просто Лакер, красавчик. Вы бы видели, да, вы только что это видели. Да, поставьте лайки. Не хотел забивать. Я думаю, вы это оставили. Всеми силами пытался. Всеми силами пытался, видишь, все время пытался во вратаря. Да, расскажи про эмоции от этого шедевра. Что случилось? В очередной раз попробовал, смог, наконец-то, за что уйти без гола. Мне кажется, это было бы вообще преступление. Там просто сразу разрыв контрактов на спорте. Отправляли бы обратно во двор. Краб в центре совершенно один против Пантеры. Такой не часто можем увидеть. Катит дальше на Рената. Ренат, дальний удар, слабо. Назад!
Назад, поток, назад, хант назад! Саша Новиков головой выиграет борьбу у Виктора Кравченко. Коля. Коля, снова попытка вторая. Такая же один в один. Ближнюю девять пытался пробить. Вратарь здорово сыграл. Краб на Славу. На Славу он немного ошибается. Панда с мячом. На Папен. Папен в касание. На Пантеру. Красиво. Пантера обходит. Удар в ближний. 2-2. Пантера сравнивает счет красивым ударом в ближний угол. Кравченко как технично обходит сразу двоих игроков. Пас на Олейника. И Олейник дальше катит на Гурама. Гурам перекидывает. И вовремя выходит Егор Стариков из ворот. Дима Тарасов в дальней передаче ищет Волика. Волик скидывает головой на Володю. Володя обратно на Волика. И Волик попытался пробить. Володя цепляется за мяч. Пас на Даню Крапивникова. И Даня очередная попытка удара. Пока не точно. Арчибальд. Славон отлично подает. И текила в касание. Мог забивать, вколачивать этот мяч. Чуть выше попал. Фол в атаке. Папену необходима медицинская помощь. Мяч получает Миша Жуковский. Ищет дальней диагонали через все поле. Володя, у Володя один на один выходит и красиво перекидывает. 3-2. На спорте снова впереди. Кого можешь выделить с команды? Ну, давайте честными. Володя. Этот засранец слишком быстрый. Володя хорош. Славон. Перекаточкой ищет Володю. Володя падает, и судья свистит, показывает на точку. Гурам свалил, будет пенальти. К мячу подходит Даня Крапивников. Возможно, это будет первый гол за нас в спорте. Свисток, смотрим. И разводит вратаря по углам. Даня, браво! Даня, с первым голом тебя на спорте забивай свой четвертый гол. 4-2. Текил на пару с Арчибальдом отбирает мяч в центре. И Володя снова обходит троих и забивает в дальний нижний. Это уже разгром. Можно менять, Сон. Арчибальд опускается чуть ниже, чтобы принять мяч. Подключает Володю. Володя снова забег. Обходит двоих. Пас на Крапивникова. И Даня перекидывает вратаря. Второй свой гол в этом матче забивает. Красивое одно заглядение. И финальный свисток. Счет 6-2. На спорте победа. Знаете, что самое приятное? Что в конце матча прям посыпались деньги. Ну прям посыпались. Ну кайф. Когда денежки сыпятся, ну приятно. Давайте устраиваемся. Кто на колено, кто там сзади встает еще. Вторым рядом. Я за деньги. Давай. Бля, нет, ты огроменный, бля. Ты че? Ты огроменный. Я тебе вейксерф какой-то, что ли, бля? Что? Бля, я вот так, ёпта, я зато, бля. Крапа я потянул. Хотя я чувствую уже лишний лям на нем. Кого бы ты хотел увидеть в майке на спорте? Кого бы я хотел увидеть в майке на спорте? В своей команде. Ну точно не девочек. Нам больше никто не нужен. У нас уже сформированная команда, в принципе. И нужна только я со своим возвращением. И все. Делись, пожалуйста, эмоциями после матча. И расскажи, какой был план, что сработало, что нет. План был сыграть достойно. Это был самый главный план, на самом деле. И была самая главная установка. Когда есть моменты у ворот на спорте, реализовывать их. Все моменты, которые у нас будут появляться, я просил реализовывать. К сожалению, установку выполнили не полностью.
потому что... Лев, с победой. Расскажи, какие тренерские наработки сработали, какие нет, что получилось, что нет. Спасибо большое за поздравления. Очень приятная победа, классный матч, отличные эмоции. Пока деньги, отличный коллектив, приятные ребята, очень здорово провели с ними время на поле. Что касается каких-то тактических схем, то пытались что-то выстраивать. Из того, что до этого на тренировках у нас было. Вот. В целом, игра классная, результат позитивный, пока деньги, отличная команда. И, как я уже говорил, мы любим деньги, ценим деньги и уважаем деньги, и поэтому играем с ними. Видно было, что получше футбольный рисунок у нас спорте, что лучше сыграны, что технически лучше игроки местами. Видно было, что у нас там не хватает иногда просто пинали, но на фоне вот этого пинания парочку моментов получалось. И я думаю, что нашей игрой, я думаю, чуть-чуть, я надеюсь, мы заставили понервничать тренерский состав на спорте. А планируете следующие какие-то матчи или участие вообще на МКС? Или вас МКС считают? Не может. Ну, все будет зависеть от правил МКС, там, укомплектования составов МКС, потому что мы как раз команда, которая хотим себя позиционировать антифутбольно МКС-овской. Если МКС, наоборот, движется к суперфутбольной атмосфере, мы, наоборот, хотим дать шанс тем фанатам футбола, которые не умеют играть, но очень любят это делать, что для них тоже есть шанс оказаться в камерах, на футбольных полях и чувствовать всю ту же энергетику, которую получают люди, которые умеют бить по мячу. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, спасибо вам, мужики. На спорте. ФФК деньги, вот это все.